Салюта, бонжур, хеллоу, привет! Вы на канале Mad Kids. И сегодня мы запускаем новый формат. Сегодня у нас кулинарный формат. Мы будем в каждом видео брать два рецепта из интернета и их проверять. Оценивать, сколько по стоимости будет. Это первое. Второе, по качеству и по времени. Поэтому 3, 2, 1, и мы начинаем. И первый рецепт, который мы будем проверять, это ванильные капкейки со сливочным соусом. Ссылку на этот рецепт вы можете найти в описании. А мы начинаем. Итак, что у нас здесь появилось? Нам понадобится 85 грамм масла сливочного, 150 грамм сахара, 1/4 чайной ложки соли, дальше сметана 85 грамм, ванильный экстракт, это ванилин, 1 чайная ложка. Дальше белки комнатной температуры, мы возьмем их из яиц. Дальше мука 160 грамм. Дальше разрыхлитель, вот у нас разрыхлитель, 2 чайные ложки. И молока, вот молоко 120 миллилитров. Это для теста. А для ванильного крема дальше нам понадобится масло сливочное 200 грамм. Сахарная пудра 200 грамм. У нас ее, к сожалению, нету, поэтому будем без нее готовить. Дальше ванильный экстракт, ванилин тоже у нас, вот он есть. И молоко 30-50 миллилитров. Начинаем! Первым пунктом мы должны в большой миске взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до светлой пышной массы около 3-4 минут. Сейчас берем 85 грамм масла. Итак, отрезаем. Сколько у нас получается? Дальше мы берем, нам надо дальше щепотку соли. Щепотку соли берем, накидываем. Окей. И дальше 150 грамм сахара. Берем 150 грамм сахара. И сейчас мы должны это все смешать. Берем блендер. Я лучше подальше отойду, Кирилл. Следующим пунктом надо добавить сметану и ванилин и мешать до тех пор, пока это все не соединится. Итак, поехали. Добавляем сметану на 85 грамм, да? Так, сейчас мы хорошо. Так, сначала мы разберем. Тебе. И сразу
Еще пригодится. Мы берем ванилин. Подуй твою. И берем одну чайную ложку. Она красивая. Подуй туда, да, подуй еще. Смотришь камеру? Да. Тебя вот тут. Так. Руку убери. Короче. Где-то вот одну стрелочку мы добавили. Нормально. И сейчас начинается. Садишь, у меня палец закрыл. Итак, вот что у нас получилось. У нас такая получилась на вид сладкая масса. И сейчас нам надо добавить два белка в нашу смесь. И потом это замешивать, пока не будет у нас однородной массы. Итак, добавляем. Берем. Боже, ткань. Белка, извиняюсь. Ой. И теперь мы должны это все взбить. Вперед. И начинаем нашу. Итак, у нас получилась вот такая жиденькая смесь, когда мы добавили 3 белка. Сейчас наша задача добавить 120 мл молока. Итак, у нас еще молоко. Зальем. Один. И половинку. И это у нас где-то примерно 120 мл молока. Итак, сейчас наша задача опять... Вы скажете, ну да, опять там надо взбить. Итак, сейчас наша задача насыпать 160 грамм муки в нашу смесь. Итак, у нас сейчас тут 110 грамм муки, засыпаем. И еще берем немножко. Вот столько это попробуем. Взвешиваем. И еще немного берем. Так, 25 грамм. И еще сколько же. Сколько у нас получается? Как раз. И у нас получается немножко. А, 60, значит еще 10 грамм. Закупаем. И сейчас мы еще должны добавить тоже. Итак, сейчас берем 2 чайные ложки разрыхлителя. Это одна. И это вторая. И сейчас надо нам это все перемешать. Так. Берем. И начинаем. Ну давай, ладно.
Итак, сейчас у нас остался последний пункт для выпечки наших кексов, то есть панкейков. Сейчас мы берем в каждую формочку вот такую, налаживаем по ложке, ну, короче, целую вот эту штучку налаживаем нашей смеси. И потом ставим в нашу тарелку для запекания, так скажем. И потом это мы поместим в духовку. Сейчас у нас духовка разогревается при 180 градусах. А теперь мы начинаем делать наши кексики. Итак, сейчас мы переходим к последнему пункту. Мы сейчас должны поставить наши панкейки в духовку. Поехали! Все, пока, кексики. И сейчас мы ожидаем 20 минут. 20 minutes later. Так как у нас закончилось масло сливочное, мы не будем готовить наш ванильный крем. Но вы можете посмотреть рецепт ванильного крема по ссылке в описании в интернете на этом рецепте. Итак, вот у нас уже готовы наши капкейки. Сейчас мы попробуем и оценим их по 10-бальной цене. Давай, Ваня. Так. Да! Наверное. Подожди, сейчас. Мы видео снимаем. Давай. Я попробую вот кусочек, который вот это вот капкейка. Я поставлю твердую девятку. Хорошо, я теперь я попробую. Подержать? Давай. Так, кусочек. Вкусно. Но что-то сверху не хватает, поэтому я восьмерочку поставлю. Теперь хотелось бы поставить оценку по десятибалльной цене по цене. Где-то в общем мы потратили рублей 15 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 11 штук, 11 партий наших панкейков. Мне кажется, это немного дороговато, но я поставлю, наверное, 7 по 10-бальной по цене. И осталось... И по времени приготовления я поставлю, наверное, долговато мы очень готовили. Поэтому я поставлю, наверное, ну, 6. А ты, Ваня, что поставишь? Я, 7. Очень вкусно, ребята, я вам советую. Так как этот рецепт мы проверяли очень долго, мы решили поделить наш первый выпуск на 2. Поэтому мы хотим сразу же узнать у вас вопрос. Вы хотите, чтобы мы по расписанию выпустили следующее видео кулинарное, то есть через месяц? Или вы хотите раньше? Если набираете 20 и более лайков, тогда мы выпускаем в этом месяце. И если нет, то в следующем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочка в описании. И подписывайтесь на наши тиктоки, ссылочка тоже в описании.
Всем удачи, всем пока!